Приветствую всех, друзья, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами проходить игру Бастион. В этой серии мы дальше отправимся с вами по сюжету, так как в прошлой серии мы занимались в основном тем, что кушали из горшка зелий, так и немножко прошли испытаний. Еще у нас небольшие изменения в плане игры, в том, что у меня, в общем, упала винда, и мне пришлось перепройти еще раз всю игру, так как сохранения не остались. Но я сделал это довольно-таки быстро, по второму разу игра довольно бодренько проходится и уже не так сложно, кажется, пока знаешь, что тебя ждет. Я также не нашел брызгу, но зато нашел маленького крокодила, ребята. Правда, он не вылазит, а просто убегает. Ну да ладно. У нас все так же требуется по заданию найти Зулфа. В прошлой серии нам также дали еще по зубам, по-моему, да. Один из людей народа Ура. Я также в промежутке, пока проходил, раньше как-то не заметил, узнал, что Ура жили, оказывается, под землей долгое время. А Кайдония это в основном город, который существовал около 100 лет. Так, ну, куда мы можем попасть? Давайте. Коуфордский котел. Он находится где-то среди раскаленных испарений этой нестабильной области, которая когда-то напрямую соединялась с раскаленным ядром мира. Интересно. No risk a Colford cauldron ever erupting again, they used to say. Ошиблись. Guess they were wrong. Понятно. Сейчас нас ждет очередное событие в плане беги, бей, выживай. Not everything blew up in the calamity. Интересно, дизайн немножко изменился. Why Colford cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. Ой-ой-ой, оказывается, какие-то не надо. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Я, кстати, пользуюсь мушкетом, так как оказалось, он наиболее крут. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Так, где ты там? Новые цветочки пошли. И отражаю, правда, у них вообще не попадает. Ага, окей. Проще просто стрелять. До свидания. Так, у нас события все развиваются хуже и хуже. Я так понимаю вообще, что в конце может никто не выжить. Так как игра довольно старая, вполне возможно, так и будет. Будем стрелять. Сейчас я жалею, что я взял мушкет. Прости меня, друг. Давайте брызгу вызовем. Пусть она мне поможет. Так, отхилиться. Да что ж ты будешь делать? Совсем я фейлюсь постоянно. Мочи его, брызга, давай. Давай, родная. Почему он смотрит не в ту сторону, которую надо? Нет, давай, брызга. Я верю в тебя. Раз. Полезные штучки эти брызги. Я чувствую, мне надо будет взять в следующий раз копье, так как оно намного круче. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Это что? Офигеть. The raw power of the world burn, right into our hands. Ага. Тоже кончается заряд, оказывается. Эй-эй, птичка. Чуть не перебили. Как-то неудачно разработчики подошли к, как сказать, дизайну, блин, не к дизайну, возможности выбора оружия. Мне вообще не нравится вот эта фигня, которую нам дали.
сначала вообще не нравится даже. Какая-то она идиотская. Конечно, она хорошо рвет этот тростник, но это и все ее достоинства. Ладно. Сейчас я, наверное, тут что-то возьму и все эти глазики восстану. Давай, решай там. Давай, брызгочка. Ну-ка, откройся. Сезам. Открой. Так, моя бедная брызга. Конечно, справилась, но ее почти убили. Sure, we dusted off a good many secrets out here. Рукс нам довольно интересные вещи там рассказывает за кадром. Я по большей части не успевал читать. Ага. Так, надо отбежать, иначе мы просто скопытимся. Давай, испаряйся. Эти гадские цветочки довольно сильно напоминают из Бэтмена. Девушка, которая... Миссис Яд, или как её? Да, я не знаток. Конечно, сирена. Ключ, во. Taste the air so hot it sticks to your lungs. Она тоже была ядовитая довольно. Баба у нас. А тут все ядовитое. Так, ладно. И... Что-то мне не нравится. Совсем как мы идем. Не поймешь, выживем ли мы или нет. Это будет довольно долгое ковыряние этого цветка. Рисковать не будем. Так, нормально. Еще один выстрел. В такие моменты хочется продвинуть разработчиков. Верните мне мое оружие старое. Так, еще один хороший выстрел нужно сделать. Так. Надо вот так прикрыться этим цветком. Круто, она зажигает. You can cook those things, but you can't eat them. Ну да, такую траву не поешь. Неплохо, кстати, оказывается, в ближнем бою вот эта штучка рвет. О. Never thought we'd find so much life in all that ash. The more ash we swept aside, the more life we found. Places inhospitable as they come. Так, ну-ка, ну-ка. Оп. Не будьте противными. Просто убить. But still we pressed on. Еще улучшение и арсенал. Anyway. Я верну свое копье, так как это идеальное будет сочетание, ребят, когда я могу летать, бить на дальние расстояния, а также мушкетом решать на ближнем бою. Вот, и мушкет полезен, и все остальное.
Давай еще раз. Ой-ой, не в ту сторону. Поставил на блок, ну ладно. Мушкет, кстати, тоже неплохо. After all, when we look down inside Colford Cauldron. Пока, откройся. Мне парни иногда даже, ребята, жалко, потому что столько пережить, и у меня такое ощущение все-таки, что разработчики его убили. Точнее, разработчики. Look down through all the smoke and flames. We saw him there. The heart. У меня, кстати, когда перед началом игры столько всего есть, что сказать по поводу игры. Но во время летсплея у меня все улетучивается из головы. Я даже иногда не знаю, о чем бы вам интересно рассказать. Ой-ой. Я чувствую, сейчас буду в Англии, если скажу, что я возьму осколок, и они все восстанут. We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Jawson Bog. Круто. Ну, мы все равно порешаем, у нас тут дробовик. Шотган везде. Дальше. Kid's thinking he's got to trek all the way back around the cauldron. Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Sure, it ain't the most convenient path. Брызга, иди сюда. До свидания. Biggest stink guy he's ever seen is waiting for him on the other side. Какие у нас тут дела? Мне чем-то напоминает микробов из этого спорта. Well, it ain't polite to stare. Интересно, куда мы? Давайте сюда сходим. Как мы были, походу. Да-да-да. Совсем забыл. Уже проходили здесь. Where there's one stink eye, there's always more. Близкого расстояния не хуже, чем огнемет работает штука. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid a fond farewell. Давай повторим. Тут у нас кто-то есть. Kid, don't shed any tears for him, though. Так, ну-ка. Лови. Пошли в гранату. Чувствую себя отстеком каким-нибудь. Так. Нравится? Ой-ой, сколько много всего. Туда не залезть, ладно. With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city, but all the fires died out. There's nothing left of it. Не хватает, попробуйте выполнить службу мимо. It comes back looking like the inside of a chimney. Ну, меня, надеюсь, помоют, да? Привет, привет. Зло плевно. Это нормально, что яйца? А, из яйца доносится приглушённое чириканье. We're all a little short on friends these days, so that's a welcome sight. Да мы прям все... Этот, всю живность тут собираем. Ну ладно, Рокс, тебя про яйца тоже спросим. Эти птицы могут размножаться в любых условиях. They said the wild could never be tamed, if only they could see us now. Ну ещё бы, после такого конца, я думаю, кто хочешь... захочет приручиться. Так, копье следопыта. Нам не хватает с вами. Конечно, это.
Я не знаю, как они называются, честное слово. Это что? Огненные мехи. Ничего для карабина. Ну его нафиг. Для молота. Тоже ну его нафиг. Давайте поставим ядро. The shard works like a charm. Near the monument's heartbeat again. The memorial may be finished, but our part is far from over. Так, и все, пока мы больше не можем. 500 получили с вами. А, смотрите, все, мы можем что-то улучшить. Копьё следопыта. Так, летательные атаки могут оглушить врага. Gotta make sure the pointy end's fastened on real tight. We spotted a pecker carrying a shard to Mount Zand. Так, а куда нам теперь надо? Так, гора Зант. Она лежит внутри останков Святой Горы, некогда изобиливавшей флорой и фауной. Not much left of Mount Zand nowadays. It's like a cross between a zoo and a prison break. Ну ладно, давайте попробуем еще это задание пройти в этой серии. Чтобы поскорее закончить этот летсплей, can't rightly call Mount Zand a mountain anymore. There's no more mountains now. There's no place left for the beasts of the wild to go. Как плохо-то. We only found their little lair because they found themselves a little shard. Я просто убежать. The creatures of the wild. They've been building a bastion of their own. Look out for the Страшное место, если честно. Я не ожидал, что будет так сложно. Так, я может что пропустил? Ой-ой-ой. Я пропустил очень много проблем только. Просто халявный опыт, ребят. Я не мог отказать себе в удовольствии уничтожения этих жаб. Таким способом, тем более. Ой-ой-ой. Давайте все тихо. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. Я чувствую, уровень будет довольно веселым и попобольным. Немножко хотя бы. О, я Good thing for those beasts the calamity saved leftovers. Пока что мы, кстати, ни разу не упали, что меня несказанно радует. И как мне туда не упасть? Будем ковырять потихоньку. Children into this.
начнется сначала с этой штуки. Еще разок. Without a doubt, situation stinks. Что там хорошо? Да чтоб тебя прям крокодил. Да ёбстись ты. Я тебя не дам. Давай, иди сюда. Это нечто было. Какой-то крокодил чуть не расковырял меня. Ко всем хорошим и нехорошим. Я там столько жаб впереди. Так, еще разок. Best thing we can do for those beasts right now is put them down quick and clean. Да, у меня ощущение, что мне сейчас еще дадут придурить, причем неплохо. Потому что... Besides, we have to take back what's ours. Even if the beasts of the wilds won't like it. Офигеть. Это у нас этот... миномет. Портативно прям. Вот сюда вот. О, круто. Не, эту штуку я ставлю. What the city left behind, those beasts took for themselves. Сюда, не? Это арсенал, да? Нет, все останется как есть. Офигенная штука. It takes a lot of convincing, and our mortars have to do the talking. Так, давайте смотреть, что мы можем сделать здесь. Look at it this way. It's either them or us. But if we win, they win too. Our bastion is everybody's gain, not just ours. Так, куда почему-то не достаю. Сюда. До свидания. Получите, распишитесь, я бы сказал, да. Какой-то такой... Unfortunately, there's no explaining that to a simple beast. Those beasts been hard at work fixing up the place. Куда надо засветить? Достанет? Так, еще разок. Подождем испарения этого всего добра. They've been searching for cores and shards, just like we have. Без нервов. Так, надо вот так отойти, я чувствую, это сейчас сломаю. Maybe they've thought about turning back, just like we have. Оп. До свидания. We just really need their shard. О, неужели нашли наконец это ядро наше очередное? Kid got it fair and square. О, господи, ты боже мой.
парень. Еще немного. Есть. That's the way. Мы справились, пацаны. Я в какой-то момент уже подумал, что вот и все. Песенки конец. He's done what's best for him, don't you worry. Don't you worry. Тебе легко говорить, Рукс. Наш парень тут рвет и мечет, пробивается. We'll all be better off once the bastion is complete. Есть подозрение, что бастион... The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. В общем, у меня есть подозрение, что все-таки это связано с отцом Зи и все теперь. We need an awful big lost and found under the circumstances. Давайте поговорим перед концом серии. Справа на граммофон, ты умеешь им пользоваться? Думал, тебе Fix понравится. That thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier. Может, у нас тут будет романтическая линия? Нет? Привет. Можно включить? Не думаю, что соседи будут против. Suppose it's true, a little song can put things in perspective. О-хо-хо. Не, использовать его я буду только в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, друзья. До скорых встреч. Всем пока.